Сегодня день яднання народов Беларуси и России. 2 красавіка 1996 года президенты двух краин подписали договор об створении супольности России и Беларуси. А у снежня 1999 подписаны договор об створении союзной державы. С нагоды свята жыхару региона повиншавали областный выканавший комитет и совет депутатов. Духовная родность наших народов прошла выпробование часом, а партнерские сувязи служат тривожными основой для развития эффективного взаимодействия по всех направках. Мы шануем то, что створено за минулые десятилетия. Наш агульный курс на побудову дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества заснован на исторической супольности и имкнении белорусов и россиян заховать мощное партнерство в рамках одной экономичной, науково-техничной и культурной просторы, говорится у веншавання. У Гомелі до Дня Яднання примеркавалі урачисты концерт, на якім побывал наш корреспондент Олег Сінцюров. Сярод удзельнікаў урачыстага сходу прадстаўнікі працоўных калектываў і пенсіянеры органаў улады і грамадскіх арганізацый, месца правядзення традыцыйнае, Гомельскі абласны драматычны тэатр, таксама традыцыйны можна назваць і арганізаваную ў фае выставу. Правда, на гэты раз яе прысвяцілі не эканамічным дасягненням, ці культурнаму супрацоўніцтву. Выставу да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі на гэты раз прысвяцілі дзецям. Урэшце, менавіта ад іх залежыць будучыня нашых краін і наша далейшае супрацоўніцтва. Дзеці павінны сябраваць, гэта аксіёма. Тесное сотрудничество детских организаций Беларуси и России протягивается с 1962 года, когда у Бранску першиню прошел фестиваль «Крыница славянской дружбы». У совместном активе так само лагерь дружбы детей славянских народов, шматликие творческие конкурсы и спортивные споборницы. При этом значная увага надается сотрудничеству на региональном уровне. Зараз реализуется 29 двухбоковых договоров, заключенных Гомельским облвыканкамом и областным советом депутатов. Еще 73 погоднения реализуются на уровне городов и районов. Имгнение до интеграции приносит станучыя вынікі ва ўсіх сферах – навука, гуманітарная сфера, медыцына і, бадай, самая галоўная – эканоміка. За 2018 год аб'ём нашай торговлі составіл более 6 мільярдаў долараў США. По итогам минувшего года лидирующую позицию по объему экспортных поставок занимают Брянская, Московская, Смоленская, Воронежская области, Москва и Санкт-Петербург. Дальнейшая интеграция и ликвидация штучных перешкод. Удельники урочистого схода разважают о перспективах дальнейшего сотрудничества и огучивают, бодай, головный тезис союзной державы. Разом працуем и створаем. У нас шмат агульного, и это основа для руху наперед. Нас объединяют общие корни, и поэтому, прежде чем развивать что-то новое, нам всем надо всегда помнить о нашем общем историческом прошлом, о общем настоящем, о тех победах, которые наши далекие предки совершали и в годы Великой Отечественной войны, и гораздо раньше, помнить наши культурные особенности, культурные традиции. А если мы это все будем помнить, то все новое будет у нас только развиваться на благо наших двух государств. Урочистый сход завершается совместным концертом. На сцене коллективы и выканаўцы Гомельской и Брянской областей. Олег Сінцюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».